Ветераны МЧС, внесшие вклад в развитие системы ГУЧС, были награждены медалями и почетными знаками. В свою очередь, ветераны поздравили молодую поросль лейтенантов с началом службы и вручили им служебное удостоверение. И пожелали быть достойными продолжателями традиции системы противопожарной защиты. Сегодня требования к сотрудникам Федеральной противопожарной службы, системы МЧС, они не ослабляют, они только ужесточаются. Требования как физической, профессиональной подготовки, как моральной подготовки. Торжественное мероприятие, посвященное преемственности поколений сотрудников МЧС, продолжило выступление группы «Встреча» и завершилось возложением цветов к мемориалу пожарным Оренбуржья.